Honkai Star Rail, раповская, непонятно что, анимация называется. Точно это не трейлер, что они обычно так называются. Но это, видимо, что-то до, видимо, что-то типа тизера. Бедный, как говорится, персонаж, появившийся, чтобы умереть, но, как говорится, от этого, скажем так, в истории какую-то роль все у нас играет, и ролики, скажем так, по ней выпустят, так что посмотрим их. Два Д, во-первых, да. Стилизация интересная. О, здесь даже с бананой. О! Почувствуй силу. Они говорят уги-ги-ги-ги, неважно, но уже да, прям в лоб уже говорить стали. Блин, это напоминает немножко этот триггеровский сериал. Я его не смотрел, но немножко отстал напоминает. Правда, он сам по себе скорее такой референс с некоторым американским мультом. О, даже анимировали это довольно хорошо. Окей, реально анимация по итогу. Луна банан. Капец, они стараются. Неожиданно даже. Взрывы. Holy shit. Саунд такой. Блин, реально прям хорошо сделали. Это Хайку была обезьянная или еще это? So stupid. So extra. Типа место следующего назначения. Короче, я понял. Походу, она охотится за доктором Примитивом и борется с его наследием. А доктор Примитив страдает херней, превращая, видимо, народа в обезьян, я не знаю. Ну что, он же галактический преступник, известно. Она тоже преступник, но все рейнджеры особенные. Но как бы у них есть своя справедливость, и, видимо, она поставила своей справедливостью победить доктора Примитива. И как бы вот будет в следующем, видимо, патче сюжетка. Не прямое с ним столкновение, но, скажем так, с его влиянием, скорее всего. Я получил власть, которая и не снилась моему отцу. Вот. На фильм Еще «Диктатор» и редкость правильные какая. озвучки. Рус. Дубляж. Спасибо, Роланд Найт, за донат сердечком. Буду признателен, если еще маякнешь
себя как-нибудь в Дискорде или в ВК, чтобы, если что, знал, кому что писать. Я понял... Так, это... Да, я понял, что это за фильм. Я его не смотрел, но мемы оттуда видел некоторые. Ну, хорошо, да. Поставлю расписание. Краски у нас там по фильмам все пустенько на следующей неделе. Значит, скорее всего, будет. В русской озвучке, понял. Так, вернусь к ролику. Во-первых, да, очень хорошо нарисован. Ну, понятно, стилизован, но именно, типа, анимирован реально очень достойно. Блин, они, по сути, сделали реально полноценную анимацию. Условно, у какой-нибудь Фэйсяо было не лучше, если честно. А, типа, ролик относительно вообще, ну, типа, тихо прошел. Потому что, опять же, персонажи особо не презентовали. Я не знаю, опять же, ну, наверное, свои же дела у них там было, хуй, нет, хуй аниме не было, хуй верс, может, не знаю, кому они отдали делать его. Да, еще иногда прикольные чисто такие решения были, как Луна Банан. Даже как-то обидно, реально. За перса в том смысле, что это ему не поможет. Но именно с точки зрения того, что стараются. В отличие от Линши, кстати, которую вообще затопили. Мне кажется, вот у нее были хоть какие-то шансы, хоть на какие-то продажи себе. Ей как-то старались рекламную кампанию делать. Потому что у нее все же есть и в сюжете история, и хитришная, в неком смысле, референсы. По итогу ее прям вообще продинамили жестко. Но, кстати, это не единственный ролик, который будет, очевидно. Будет еще обычный трейлер. То есть это буквально именно полноценная анимация, как было у Фэйсяо, как было у Светлячка, как было у Ахерон, у Даньки и у Генерала. Типа, и вот новое. Типа, чтобы вы понимали масштаб, да, странности. Типа... Обычно анимируют, всегда делают анимации полноценно каким-то особым персонажем. Ну, кстати, может не понравиться, но отрицать объективное качество — это бессмысленно. Нет, там был лайф-экшен, а не анимация. Анимация еще была новогодняя, на китайский Новый год, но, опять же, она не к персонажу. Я говорю просто про персов. Птички. Окей, может быть, они станут чаще их выдавать, хотя бы такие на 3 минутки, потому что у Фэйсяо тоже была 3-минутная. А, у Генерала, окей, там вообще 2 минуты было, но это было очень давно. А, типа, вот Светлячок и... Ахерон у них прям огромные были. Чуть ли не там не под 6 минут по размеру. И они, конечно, конечно, были самые такие высокобюджетные. Назовем это так. Но хотя бы у такого 3-минутного, если буду чаще делать, это будет прикольно. Ну да, реально такой персонаж. Типа, персонаж буквально задрот атаку. Нинча, блин. Мнит себя нинджей. И не нинджей настоящим, а вот анимеш там нинджа буквально. Гэговым таким. Так что да, неожиданно. Очень хорошее по итогу вышел. Конец записи.